С мусором во Владикавказе борются штрафами. Администрация города провела рейд по самым загрязненным улицам. Особое внимание было уделено недобросовестным предпринимателям, складывающим мусор в неположенных местах. Такие проверки проводятся ежедневно после окончания рабочего дня, когда и происходит большинство подобных правонарушений. В этот раз рейд прошел на улицах Барбашова и Ленина, а также в районе рынка Алан. У нарушителей проверяются договоры с экологической службой. Заключается специальный протокол. В зависимости от количества предупреждения сумма штрафа варьируется от 1 до 2,5 тысяч рублей. Город или городские службы, коммунальные или кто-либо не обязан этот мусор убирать. Это обязанность непосредственно входопроизводителя. В зависимости от местоположения магазина или какого-то объекта, при наличии, это расстояние около 100 метров, при наличии мусорной площадки, то обязательно в договоре бывает указано место погрузки, время погрузки и объем того мусора, который ежедневно возможно туда складировать. Если поблизости нет мест для погрузки мусора, руководитель предприятия договаривается непосредственно о его перевозке на уборочной машине. Отсутствие договора рассматривается как более тяжкое правонарушение. Наталья Алексеева, Осетия ТВ.